Здравствуйте! Это лучшая лига мира. Первая лига российского футбола. Тюмень против Химок на стадионе «Геолог». И вот сегодня, волею календаря, мы отправляемся в Западную Сибирь на берега Туры, где Тюмень принимает одного из фаворитов нынешнего розыгрыша первой лиги, а может быть и главного фаворита, кто его знает, подмосковные «Химки», который, кстати, здесь играл в Тюмени в свое время за «Динамо Газовик». Тогда так называлась команда, и многие тюменцы, с радостью вспоминают это выступление. Отдает на своего партнера по обороне Лео Андраде. Не ошибается Лео Андраде, запрессинговал его Илья Порохов. А здесь свободное было пространство. Может быть, пораньше делать передачу, но все равно опаснейший момент. И что? На точку показывает арбитр. Пенальти зарабатывает Тюмень. Ну да, это была игра рукой. Звучит свисток Кулика. Небольшая пауза. И как же плохо пробил. Просто невероятно ужасный удар. И что, надо перебить? Кто не забивает, разбег Порохов. Опять такая же пауза. И здесь уже противоположный угол отправляет вверху мяч Илья Порохов. 1-0. Тюмень выходит вперед в этом важнейшем матче против одного из фаворитов первой лиги. Не самое лучшее решение, но тем не менее мяч остается у Тюмени. Как красиво покатил, и дальше удар в касание после прострела Александра Бема. И здесь отметим передачу Ильи Порохова. Подача в штрафную площадь, момент у Химок. И здесь вот, наверное, самый реальный шанс был сейчас у гостей для того, чтобы забить ворота Егора Любакова. Такое ощущение, что помешал в этом моменте Корян Александру Руденко. Мягкий навес в штрафную площадь. Выиграна верховая борьба. Это была скидка от Голубевича. А потом нарушение правил. Вот так вот. Это фол против Александра Руденко, одного из самых активных игроков. Александр Руденко у мяча против Егора Любакова, одного из лучших футболистов Тюмени прошлого сезона. Руденко спокойно раскладывает мяч и голкипера по разным углам. И так счет становится 1-1. Ну и вот они, эмоции Андрея Талалаева, главного тренера подмосковной команды. Из боковой бросают тюменцы. Удар касания. Вот это голешник забивает. Капитан команды Александр Каратаев. В лед он попал по этому мячу после прострела с правого фланга. Какой гол! Ну вот Бем бросает из аута. Все очень просто. Не уследил Чеже за вышедшим, между прочим, на замену Татариновым. И именно Евгений становится автором голевой передачи. Шитов в штрафную. Опасный гол! Третий мяч влетает в химкинские ворота. 3-1. Кто бы мог подумать о таком старте? Простая подача на ближнюю от Шитова. Ну и здесь, конечно, не без доли везение. Вообще это Петр Голубович забил собственные ворота, хотя диктор и объявил Евгения Татаринова. Но будем считать, что Евгений Татаринов тоже поучаствовал в этом голе. Ни о какой контратаке уже тюменцы не помышляют. Звучит финальный свисток. И Тюмень спустя 4 года, вернувшись в первую лигу, одерживает победу в первом туре над одним из фаворитов. С вами был Игорь Катманов. Смотрите матчи лучшей лиги мира на Матч ТВ. Удачи!